Для оформления в Skyeng вам напишет методист рекрутинга со всеми подробностями. В среднем преподаватели Skyeng получают от 40 до 80 тысяч на стандартном направлении и до 100 тысяч рублей на премиум в месяц. А точную ставку в час по вашему направлению подскажет куратор после тренировочного урока в мессенджере или по почте, где пообщались ранее. Если у вас гражданство РФ, вам нужно иметь статус самозанятого. Такая форма сотрудничества абсолютно легальна. Вы открыто получаете доход и платите с него налоги. Кстати, для самозанятых есть отдельное приложение от налоговой. Оно очень простое, бесплатное и содержит только необходимые функции. В этом приложении вы можете отслеживать все свои вознаграждения и совершать платежи. Приложение вам о них напомнит и все за вас подсчитает. Вам останется только нажать кнопку. А еще вы можете подключить автоплатеж, и налоги будут списываться автоматически. Статус самозанятого – это отличное решение для репетиторов. Больше не нужно прятать свои доходы и переживать за налоговую. Все абсолютно легально. Чтобы вы идеально совпали с учеником, важно очень подробно описать уровни, с которыми вы готовы работать, возраст учеников, у нас учатся дети от 4 лет, свои интересы, а также важно записать аудиопрезентацию, чтобы ученик заранее познакомился с вами. Платформа автоматизирована, так что вам не придется ничего запомнять, никакую гору бумажек, не нужно вести отчетность. Обратная связь для учеников также оформляется автоматически, а все ваши документы надежно хранятся в базе, и доступ к ним есть только у тех, кто работает с преподавателями. В нашей школе ведется набор преподавателей на 9 направлений, на каждое из которых есть ряд критериев, по которым ведется отбор. Мы обращаем внимание не только на наличие или отсутствие профильного образования, опыта, уровня владения языком, а также на другие критерии, исходя из которых предлагаем старт сотрудничества по одному из направлений. Обязательно проверяйте почту, которую вы указали при регистрации, а также папку «Спам» и «Будьте на связи». Это поможет вам вовремя получать актуальную информацию об этапах отбора. Вы обязательно узнаете о решении школы в короткий срок.